Очередников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, немало. На получение квартиры претендуют и члены многодетных семей, дети-сироты и инвалиды. Приятно отметить, что очередь хоть и медленным темпом, но все-таки движется. Наш следующий репортаж из сельского поселения Развилковское, где недавно долгожданной новостью порадовали 4 семьи. Подробности у Ларисы Вольновой. Этот день стал настоящим праздником для 4 семей жителей поселения Развилковское. 1 августа новосёла встречали в местной администрации. Торжественная обстановка, цветы, улыбки и, конечно, подарок – самые главные ключи от новой квартиры. Совершив приятную миссию, глава поселения Вера Маркина поздравила семьи с важным событием. У нас в поселке очень много федеральных льготников. То есть сегодня фактически мы распределили квартиры семьям, имеющим детей-инвалидов, и одной девочке, оставшейся без попечения родителей. Затем обладатели долгожданного жилья направились к дому 48 в центре поселка на свое новое место жительства. Семья Гришиных, стоявшая на очереди с 2005 года, получила трехкомнатную квартиру. Долго ждали, просили, чтобы нам предоставили площадь, потому что ребенок у нас инвалид. Мы долго, конечно, жили в таких условиях, очень, тесно. У нас еще есть ребенок. Зайдя в просторную двушку и осмотревшись, Жанна Опросова очень обрадовалась. Это такое счастье получить квартиру после 11-метровки, в которой прожили 25 лет, это просто не описать ни словами, ни эмоциями. Получить ключи от новой квартиры после долгих лет ожидания для одних чудо, для других вопрос времени. Квартира получена на мою дочь, которая приемная девочка. Она имеет очень глубокие пороки, в общем-то, здоровьем не все в порядке. Мы ждали эту квартиру очень давно. Порадовал новых жильцов дома также вид на пруд и зеленую зону прямо из окон квартиры. Ну и, конечно, облагороженная придомовая территория. От всего здесь веет теплотой. Квартира роскошная, район роскошный, дом, архитектура, двор, тишина, зелень. Шикарно. Приятно и то, что во всех квартирах сделан социальный ремонт и есть все необходимое для немедленного переезда. Когда планируете сюда переехать? Сегодня. Сегодня, завтра, вот прям на днях. Каждой семье вручили в подарок микроволновую печь. И это только первая частичка для создания собственного уютного уголка. Теперь жизнь начнется с нового листа и непременно станет началом чего-то особенно светлого. Лариса Вольнова, Александр Ильин, Наталья Буслаева. Видное ТВ.